Что делать нам с бессмертными стихами? Рассуждая наедине с самим собой, Перец, герой повести братьев Стругацких, внештатный сотрудник, прикомандированный группе научной охраны первобытного и потому страшного леса, избирает своими собеседниками библиотечные книги. Слушайте книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей. Если бы все исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас есть добрые, честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы, в самом деле. Зачем вы? Аркадий и Борис Стругацкие. Улитка на склоне. Общение в самом себе подразумевает известную культуру диалога. Прежде всего нужно уметь слушать голос другого. Голос книги, науки, голос совести, память. Сокровищницу золотоглавого монастыря. То же самое беспокойство и волнение, от которого человек бежит в большой город, в кабаре, снедает и Переца. Но в отличие от маленького личного «я», кладезь души богат культурой всех стран и времен. Мудрый, он знает ответ на многие «почему», «зачем» и «для кого». Мы найдем общий язык. Все, что нужно нам в усть-сысольских Палестинах наших и ему. Прислушиваясь к доброй памяти, мы научимся говорить ее языком, на котором любовь слагает сонеты и слабейшему предлагает руку помощи. Ведь у людей мстительных и завистливых и память короткая, злая. Оттого диалог с книгой может ничем не уступать беседе со старым другом. Вот ты, как тебя? Да-да, ты, двухтомник. Сколько человек тебя прочитало, а сколько поняло? Я очень люблю тебя, старина, ты добрый и честный товарищ. Ты никогда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И те, кто тебя читают, тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой. Аркадий и Борис Стругацкие. Улитка на склоне. В библиотеке. Михаилу Кузьмину. О, пожелтевшие листы в стенах вечерних библиотек, когда раздумья так чисты, а пыль пьянее, чем наркотик. Мне нынче труден мой урок, куда от странной грезы деться, я отыскал сейчас цветок в процессе древнем жиль де Реца. Изрезан сетью бледных жил, сухой, но тайно благовонный, его, наверное, положил сюда какой-нибудь влюбленный. Еще от алых женских губ его пылали жарко щеки, но взор очей уже был туп, и мысли холодно жестоки. И верно, дьявольская страсть в душе вставала, словно пенье, что дар любви цветок увясть был брошен в книге преступления. И после, там, в тени аркад, великолепье ночи дивной, кого заметил тусклый взгляд, чей крик послышался призывный? Так много тайн хранит любовь, так мучат старые гробницы, мне ясно кажется, что кровь пятнает многие страницы, и терн сопутствует венцу, и бремя жизни – злое бремя. Но что до этого чтецу, неутомимому, как время? Мои мечты, они чисты, а ты, убийца дальний. Кто ты? О, пожелтевшие листы, шагреневые переплеты. 1909. Пер Франции маршал де Рец был сожжен в Нанте в 1440 году. В течение ряда лет он насиловал и жестоко убивал сотни детей. Сладострастный дворянин утверждал, что действовал по примеру римских цезарей, хотя последние не тяготели к некрофилии. Вероятно, он был прототипом Синей Бороды, персонажа сказки Шарля Перро.
в январском номере «Аполлона» за 1913 год мастеровые цеха поэтов поместили две статьи с теоретическими соображениями по поводу ренессанса русского стихосложения. Одна – Николая Степановича Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», видимо, констатируя кончину русского символизма, в оглавлении носила название «Заветы символизма и акмеизма». Другая – Сергея Митрофановича Городецкого – называлась просто «Некоторые течения в современной русской поэзии». Поэты ощущали себя явлениями среди явлений и потому открыто ободряли друг друга на своем пути к трагической мудрости и за ее пределы. «Мы не решились бы заставить атом поклониться Богу, если бы это не было в его природе. Но, ощущая себя явлениями среди явлений, мы становимся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас и, в свою очередь, воздействуем сами. Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия – ежечасно угадывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение. И как высшая награда, ни на миг не останавливая нашего внимания, грезится нам образ последнего часа, который не наступит никогда. Бунтовать же во имя иных условий бытия здесь, где и смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним открытая дверь. Здесь этика становится эстетикой, расширяясь до области последней. Здесь индивидуализм в высшем своем напряжении творит общественность. Здесь Бог становится Богом живым, потому что человек почувствовал себя достойным такого Бога. Здесь смерть – занавес, отделяющий нас, актеров, от зрителей. И во вдохновении игры мы презираем трусливое заглядывание, что будет дальше. Как адамисты мы немного лесные звери, во всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению. Николай Гумилев. Наследие символизма и акмеизм. Баллада. Влюбленные, чья грусть, как облака, и нежные задумчивые леди, какой дорогой вас ведет тоска, какой еще неслыханной победе над чарой вам назначенных наследий, где вашей вечной грусти и слезам целительный предложится бальзам, где сердце запылает, не сгорая, в какой пустыне явится глазам, блеснет сиянье розового рая. Вот я нашел, и песнь моя легка, как память о давно прошедшем бреде. Могучая взяла меня рука, уже слетел к дрожащей Андромеде Персей в кольчуге из горящей меди. Пускай вдали пылает лживый храм, где я теням молился и словам «Привет тебе, о Родина святая!» Влюбленные, пытайте рог, и вам блеснет сиянье розового рая. В моей стране спокойная река, в полях и рощах много сладкой снеди, там аист ловит змей у тростника, и в полдень, пьяный запахом комеди, барахтаются рыжие медведи. И в юном мире, юноша Адам, я улыбаюсь птицам и плодам, и знаю я, что вечером, играя, пройдет Христос-младенец по водам, блеснет сиянье розового рая. Посылка. Тебе, подруга, эту песнь отдам. Я веровал всегда твоим стопам, когда вела ты нежа и карая, ты знала все, ты знала, что и нам блеснет сиянье розового рая. 1910. В феврале того же года в журнале «Гиперборей» было объявлено о скором выходе в свет книги баллад Гумилева. В старофранцузской поэзии баллада состояла из трех строф по 8 стихов в каждой,
и завершалась посылкой в 4 стиха. Один и тот же припев повторялся в конце всех строф, не исключая посылки. Посылка и припев придавали очаровательную целостность могучей форме баллады. В стихах самого Гумилева, считал Александр Блок, было что-то холодное и иностранное, что мешало его слушать. Без божества, без вдохновения. Но это что-то, вероятно, представляло собой те самые посылки и припевы, кольчуги из горящей меди и сияние розового рая, точки выбора, моменты принятия решения на распутье. То, что казалось чем-то холодным и иностранным, на деле не вызывало у иных мастеров желания быть понятым, а потому и понято быть не могло. К сожалению, книга баллад Николая Степановича не состоялась, а к мистическому искусству тоже не суждено было состояться во всей возможной его полноте. Десяток другой маленьких сборников, выпущенных перед войной, действительно ничего не могли сказать о полном расцвете физических и духовных сил. Акмеисты декларировали посылку, а припева не последовало. Утвердиться на русской почве, как это в свое время сделали романтики в Германии или символисты во Франции, они не успели. 8 лет спустя раздраженный Александр Александрович отчеканит: «Что ни слово, то перл». Далее, в краткой, но достаточно сухой и скучной статье Гумилева, среди каких-то сентенций и парадоксов вовсе не русского типа, мы не решились бы заставить ата поклониться Богу, если бы это не было в его природе, смерть занавес, отделяющий нас, актеров, от зрителей, или любезное предупреждение, разумеется, прекрасная дама теологии остается на своем престоле и тому подобное. Можно найти заявления вроде следующих: как адамисты, мы немного лесные звери. Как свежо это немного. Или: непознаваемое по самому смыслу этого слова нельзя познать. Нельзя объять необъятного, сказал еще Козьма Прутков. И: все попытки в этом направлении не целомудренны. Сик. Александр Блок. Без божества, без вдохновения. Оборванец. Я пойду по гулким шпалам думать и следить в небе желтом, в небе алом рельс бегущих нить. В залы пасмурные станции забреду, дрожа, коль не сгонят оборванца с криком сторожа. А потом мечтой упрямой вспомню в сотый раз быстрый взгляд красивой дамы, севшей в первый класс. Что ей гордой и далекой вся моя любовь, но такой голубоокой мне не видеть вновь. Расскажу я тайну другу, подтруню над ним в теплый час, когда по лугу вечер стелет дым, и с улыбкой безобразной он ответит: «Ишь, начитался дряни разной, вот и говоришь». 1912. Выпад Александра Блока в апреле 1921 года против цеха поэтов озаглавлен резко: «Без божества, без вдохновения», с пометкой в скобках «Цех акмеистов». По мнению Владислава Фелициановича Ходосевича, очевидная несправедливость упреков Блока, кроме собственно литературных расхождений, была вызвана его смещением с должности председателя Петроградского союза поэтов и заменой на ничего не подозревающего Гумилева. Блок своим председательством в Союзе, разумеется, не дорожил, но ему не понравились явно подстроенные выборы, и он был недоволен тем, что отныне литературное влияние Гумилева будет подкреплено нажимом со стороны союзного правления, и Блок решился выйти из неподвижности. Ходосевич, Гумилев и Блок. Выйдя из неподвижности, Александр Александрович окончательно потерял равновесие и посреди корявых и неотесанных с развязанными руками уродов роковым образом не хотел узнавать свою родную, искалеченную, сожженную смутой, развороченную разрухой страну. Если бы они все развязали себе руки,
стали хоть на минуту корявыми, неотесанными, даже уродливыми и оттого больше похожими на свою родную, искалеченную, сожженную смутой, развороченную разрухой страну. Да нет, не захотят и не сумеют. Они хотят быть знатными иностранцами, цеховыми и гильдейскими. Во всяком случае, говорить с каждым и о каждом из них серьезно можно будет лишь тогда, когда они оставят свои цехи, отрекутся от формализма, проклянут все эйдолологии и станут самими собой. Конец цитаты. Та же страна, что могла быть раем, поныне остается литературной мечтой. Стены Нового Иерусалима не однажды опалены логовищем огня. Наступление. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час от того, что Господне Слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительны и легки. Надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрее взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий, эта медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой, не могу, не могу умереть. Словно молоты громовые или воды гневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. 1914. Золотое сердце России мерно бьется в груди моей, ощущал воин и поэт Гумилев. И наверняка стремился объять необъятное, ведь чудо поэзии объемлет все известные и неизвестные земли, страны, миры. Два поэта, Блок и Гумилев, в той стране, что могла быть раем, питались Господним словом и не желали иного яства. Однако официальные обстоятельства не терпят добрых и честных, мудрых и многознающих книг. Самодовольные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами, безмозглыми полками прут на умные полки. Та страна, что могла быть раем, за несколько дней и ночей превратилась в какой-то старинный классический образец, и только паладины – внештатные сотрудники научной охраны. В глубине души все еще лелеяли воспоминания о некогда великой и по-детски уязвимой ее доброте. В 1922 году друг и учитель Брюсов подводит итог первому пятилетию советской литературы. Описание экзотических стран, достаточно ему знакомых и яркие аналогии, заимствуемые из этой области, придают стихам Гумилева своеобразный оттенок, не бледнеющий даже при сравнении с Леконтом де Лилем или Бодлером. Есть подлинная сила в одной из последних поэм Гумилева «Звездный ужас». Таким образом, акмеизм, по крайней мере, большое мастерство. Но все-таки та экзотика, та археология, тот изысканный эстетизм, которыми пропитаны щегольские стихи Гумилева, все это стадии, уже пройденные нашей поэзией. В его стихах чувство утонченника, который предпочитает отворачиваться от современности, слишком для него грубой. Читая Гумилева, словно любуешься искусной подделкой под какой-то старинный классический образец. Валерий Брюсов. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии. Дон Жуан. Моя мечта надменна и проста. Схватить весло, поставить ногу в стремя и обмануть медлительное время, всегда лобзая новые уста. А в старости принять завет Христа,
потупить взор, посыпать пеплом темя и взять на грудь спасающее бремя тяжелого железного креста. И лишь когда средь оргии победной я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный, испуганный в тиши своих путей, я вспоминаю, что ненужный атом я не имел от женщины детей и никогда не звал мужчину братом. 1910. Круговая порука связывала единомышленников. Приобщенный к царскоселам Георгий Адамович впоследствии был принят в цех акмеистов и верен памяти. Николай Гумилев, усердно читавший Брюсова, многому у него научившийся и много о нем думавший, не раз говорил: «Это поэт, у которого нет ни одного действительно хорошего стихотворения, но отдельные строфы у него удивительные». Другой поэт и эмигрант Владислав Ходосевич, стараясь судить беспристрастно, отдавал должное рыцарю слова. Гумилев был порой даже блестящим, не меньше, а больше Брюсова, притом неизмеримо благородней и бескорыстней любил он поэзию. В суждениях он старался быть беспристрастным, это встречается не так часто. Гумилев любил жест и позу. Мне казалось, что и в этом он юношески подражает Брюсову, но смысл этого жеста, смысл его позы был изысканнее, чем у Брюсова. Подобно Брюсову, он любил всяческую официальность и представительство, но это выходило у него несравненно простодушнее и бескорыстнее. Он весело и невинно радовался почетному званию синдика в воссозданном им цехе поэтов и самодержествовал в нем без грубого начальствования. Как всякий ребенок, он больше всего любил быть взрослым. Подражая порокам взрослых, он оставался собою. Октябрем 1920 года датировано единственное послереволюционное письмо мэтра настоящего мэтру прошлого. «Дорогой Валерий Яковлевич, я крайне рад случаю опять, как встарь, написать вам, и очень сожалею, что письмо выйдет такое короткое и пустое. Но, впрочем, вы теперь так заняты, что у вас, наверное, не хватило бы ни времени, ни охоты читать иное. Помня вашу всегдашнюю доброту ко мне, я осмеливаюсь рекомендовать вам двух моих приятелей – Николая Авдеевича Оцупа и Михаила Леонидовича Слонимского, молодых писателей, которые принадлежат к петербургской группе, затеявшей новое идейное издательство на основе миролюбивого и развивающего акмеизма. Вы ведь, как мой литературный восприемник, являетесь дедом этого течения. Насколько мог, я следил за вашими работами, радовался многим стихам из опытов, штудировал науку о стихе. Искренне преданный вам Николай Гумилев». Шестое чувство. Прекрасно в нас влюбленное вино. И добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купаньем, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием, как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. 1920. Приглашая к разговору Переца,
героя все той же повести братьев Стругацких, мосье Ахти, тварь скользкая, управленец инженерного проникновения и искоренения, он же эстет и гурман, референт по кадрам, признается в своей любви к пирогу с голубями, стакану хорошего полусухого вина и голубке Пикассо. «Я сразу же вспоминаю», – разглагольствует он, – «не съесть, не выпить, не поцеловать, мгновения бегут неудержимо». Как точно выражена эта идея нашей неспособности уловить и материализовать прекрасное? И поскольку прекрасное не подвластно инженерным и кадровым службам, двоемыслящий Моншер лезет в самую душу героя, чтобы выудить ее, как малька с отмели, хитросплетенным сачком партийного опыта. Мосье Ахти пускается в тонкие размышления и проявляет значительную живость и глубину восприятия. Что вы видите на этой картине? Формально получеловека, полудерева. Картина статична. Не виден, не улавливается переход от одной сущности к другой. В картине отсутствует главное – направление времени. А вот если бы вы имели возможность изучить оригинал, вы поняли бы, что художнику удалось вложить в изображение глубочайший символический смысл, что он запечатлел не только человека-дерево и даже не превращение человека в дерево, а именно только превращение дерева в человека. Художник воспользовался идеей старой легенды для того, чтобы изобразить возникновение новой личности. Новое из старого, живое из мертвого, разумное из костной материи. Копия абсолютно статична, и все изображенное на ней существует вне потока времени. Оригинал же содержит время, движение, вектор. Стрелу времени, как сказал бы Эддингтон. Аркадий и Борис Стругацкие, «Улитка на склоне». Диалог был бы искренним, если бы у мосье Ахти была душа. Они спят непробудным сном без сновидений, они не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще. В своей поэзии, а следовательно и в себе самих, они замалчивают самое главное, единственно ценное – душу. Александр Блок, «Без божества, без вдохновения». Сказанное Блоком об акмеистах имело прямое отношение к властимущим, поэзия в руках которых была не более чем инструментом управления – инженерии человеческих душ. Материал тяжело поддавался учету, оригиналы приходилось уничтожать. Оригинал, разумеется, уничтожен как предмет искусства, не допускающий двоякого толкования. Первая и вторая копия тоже из некоторой предосторожности уничтожены. Аркадий и Борис Стругацкий, «Улитка на склоне». Ценность литературы, словесного святого ремесла, Максимилиан Волошин, в том, что стоит за словом. Дело не в рифмах, не в новом языке, головоломках словах и даже не в образах, которые выражены словом или как-то еще. Оригинал, подлинник, смысл – вот продукт подлинного мастерства. И если смысл все-таки непонятен, быть может, следует оглядеться по сторонам. Ольге Людвиговне Кордовской. Не на ваших картинах ярких, так таинственно слышна царскосельских столетних парков убаюкивающая тишина. Разве можно желать чужого, разве можно жить не своим? Но и краски ведь тоже слово, и узоры линий, ритм. 1 марта 1914 года. Царское село. На протяжении десятилетия, с 1937 по 1946 год, католический священник, профессор геологии и палеонтологии Католического института в Париже, Мари-Жозеф Пьер Тейяр де Шарден,
работал над рукописью феномена человека. Происходило это в посольском квартале Пекина, после того, как в июле 1937 года Япония продолжила захват Китая, а Теярде-Шарден оказался изолированным и поддерживал связь с миром при помощи переписки. К этому времени он был известен как эволюционист, открыватель синантропа, одного из промежуточных звеньев человекообразных обезьян. А там уже не замкнутый микроскопический мир, как это мы, возможно, воображали. Он бесконечно малый центр самого мира, полагал иезуит. Ничто в мире не может вдруг объявиться в конце, после ряда совершаемых эволюцией переходов, хотя бы и самых резких, если оно незаметно не присутствовало в начале. Пьер Тейяр. Феномен человека. Сознание не было бы в человеке, если бы его не было в атоме, исходная установка философии Тейяра де Шардена. Всякая масса изменяется в связи со скоростью, всякое тело излучает, всякое движение, будучи достаточно замедленным, вуалируется неподвижностью. Но в другом масштабе или при иной интенсивности определенное явление становится видимым, заполняет горизонт, гасит другие оттенки и придает всему спектаклю свой специфический тон, как будто бы движением руки очерчивал Тейяр де Шарден. Феномен человека. Нет, не один человек. И листы, камень, и трава, и вода в море – тоже сознание. Весь мир одухотворен, поэт слышит его. Мы не решились бы заставить атом поклониться Богу, если бы это не было в его природе. Здесь Бог становится Богом живым, здесь индивидуализм в высшем своем напряжении творит общественность. Николай Гумилев. Жизнь – это подъем сознания, Пьер Тейяр. И с березой можно обниматься, и с морем говорить, но прежде научиться слушать и понимать. Тварь скользкая, ревет, плоть изнемогает, наш дух кричит, эволюция эмерджентна. Мосье Ахти видит проблему. Розовая заря и бессмертные стихи не укладываются в один ряд с пятикантропом и неандертальцем. Суматошный мир заселен людьми, что или почти гении, или почти синантропы. «Я знаю только, что они способны на любые крайности», – предупреждает Перец, «на самую крайнюю степень тупости и мудрости, жестокости и жалости, ярости и выдержки. У них нет только одного – понимания. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами – верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. Проще разочароваться, чем понять. Проще плюнуть, чем понять. Аркадий и Борис Стругацкие. Улитка на склоне. Нет памяти, нет понимания. И герой становится заметно лишним, чужим. Экзистенциалисты прозвали его аутсайдером, посторонним. Будучи не в силах что-либо изменить в людях близких и обществе, герой возвращается к самому себе, снова начинает с нуля. Нет, он не погибает, он находит общий язык, ужасный тот язык, с немым и безразличным, на первый взгляд, лесом. Проснись, погляди на меня хотя бы сейчас, когда мы одни, не беспокойся. Они все спят. Неужели тебе никто из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое «нужен»? Это когда нельзя обойтись без. Это когда все время думаешь «о». Это когда всю жизнь стремишься «к». Я не знаю, какой ты. Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, какой есть. Но могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь хотел тебя видеть, добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это. У нас не хватает на это ни сил, ни времени. Мы только строим памятники, все больше, все выше, все дешевле. А помнить?
помнить мы уже не можем. Но ты-то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Аркадий и Борис Стругацкие. Улитка на склоне. Деревья. Я знаю, что деревьям, а не нам, дано величие совершенной жизни. На ласковой земле, сестре звездам, мы на чужбине, а они в отчизне. Глубокой осенью в полях пустых закаты меднокрасные, восходы янтарные, окраски учат их свободные зеленые народы. Есть Моисеи посреди дубов, Марии между пальм, их души верно друг другу посылают тихий зов с водой, струящейся во тьме безмерной. И в глубине земли, точа алмаз, дробя гранит, ключи лепечут скоро, ключи поют, кричат, где сломан вяз, где листьями оделась сикамора. О, если бы мне найти страну, в которой мог не плакать и не петь я, безмолвно поднимаясь в вышину неисчислимые тысячелетия. 1915. Александр Блок уверял: Россия – молодая страна, и культура ее – синтетическая культура. Русскому художнику нельзя и не надо быть специалистом. Писатель должен помнить о живописце, архитекторе, музыканте, тем более прозаик о поэте и поэта-прозаике. Бесчисленные примеры благодетельного для культуры общения, вовсе не непременно личного, у нас налицо. Самые известные – Пушкин и Глинка, Пушкин и Чайковский, Лермонтов и Рубинштейн, Гоголь и Иванов, Толстой и Фет. Так же, как неразлучны в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга философия, религия, общественность, даже политика. Вместе они образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры. Слово и идея становятся краской и зданием. Церковный обряд находит отголосок в музыке. Глинка и Чайковский выносят на поверхность Руслана и Пиковую даму, Гоголь и Достоевский – русских старцев и Константина Леонтьева, Рерих и Ремезов – родную старину. Это признаки силы и юности, обратные – признаки усталости и одряхления. Александр Блок. Без божества, без вдохновения. К 1921 году проступили признаки усталости и одряхления. Знаменитый символист срывался на неврастении. Помнить о непознаваемом, помнить о живописце, архитекторе, музыканте, о прозаике и поэте было невероятно трудно. Кому, кроме Николая Гумилева, приходило в голову видеть в символе способ поэтического воздействия? И как это символ, например, крест, воздействует поэтически? Этого объяснить я не берусь, иронизировал он. Ни теософ Тейяр, ни атеист Сартр не стали бы требовать от завсегдатаев кабаре понимания своей философии. К пониманию можно лишь подвести. Жалобы поэтов на тот факт, что публика не сочувствует их страданиям, упиваясь музыкой стиха, основаны на недоразумении, отвергал оправдание Гумилев. И радости, грусти, отчаяния читатель почувствует только свои. Жизнь стиха. Почувствует и поймет без объяснений. Гневливость Блока на синдика цеха акмеистов Ходосевич объяснял двумя обстоятельствами. На ученика Гумилева обрушивалась вся накоплявшаяся годами вражда к учителю, Брюсову,
вражда тем более острая, что она возникла на развалинах бывшей любви. Акмеизм и все то, что позднее называли гумилевщиной, казались Блоку разложением брюсовщины. Во-вторых, Гумилев был не одинок. С каждым годом увеличивалось его влияние на литературную молодежь, и это влияние Блок считал духовно и поэтически пагубным. Владислав Ходосевич, Гумилев и Блок. Мои читатели. Старый бродяга в Адис-Абебе, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете, сильной, веселой и злой. Возят мои книги в седельной сумке, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их неврастенией, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться. Не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во Вселенной, скажет: «Я не люблю вас», я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. А когда придет их последний час, ровный красный туман застелит взоры, я научу их сразу припомнить всю жестокую милую жизнь, всю родную странную землю, и, представ перед ликом Бога, с простыми и мудрыми словами ждать спокойно его суда. 1921. Что делать нам с бессмертными стихами? Старый бродяга узнал поэта. Черный копьеносец не догадался, какой мадригал и кому он доставил. Лейтенант читал его стихи. Ночь была душной и влажной. Хладнокровный стрелок подошел, чтобы пожать ему руку. Наконец, высоко ценя символистов за то, что они указали нам назначение в искусстве символа, мы не согласны приносить ему в жертву прочих способов поэтического воздействия и ищем их полной согласованности. Этим мы отвечаем на вопрос о сравнительной, прекрасной трудности двух течений. Акмеистам труднее быть, чем символистам, как труднее построить собор, чем башню. А один из принципов нового направления – всегда идти по линии наибольшего сопротивления. Николай Гумилев. Наследие символизма и акмеизм. Зодчий строит собор и находит свое служение угодным Богу. Непосвященным нет пути к храму. Слишком много различий – национальных, классовых, религиозных – сбивают их с пути. Нужна непредвзятость мышления, чистота формы, чтобы войти под своды, возведенные угрюмым и упрямым зодчим. Максим Горький, дикарь русской печати, Николай Гумилев, кивал на адамиста, как на какого-то француза в манжетах. Бросая тень на безродный космополитизм, как будто никогда не читал ни маленьких трагедий, ни горя от ума, Александр Блок нахваливал русские привычки. Мы привыкли к окрошке, ботвинье и блинам, и французская травка с уксусом в виде отдельного блюда может понравиться лишь гурманам. Без божества, без вдохновения. Таким неожиданным образом Николай Степанович Гумилев, избранник свободы, мореплаватель и стрелок, но прежде всего русский поэт,
заслужил репутацию француза в манжетах. В манжетах или без, но поэт, на каком бы языке и для кого бы он ни писал, явление национальное, и негоже ему убирать ладони со лба. Николай Гумилев – космополит, но не безродный космополит, ведь поэзия – это служение, а не служба в союзе легионеров. Логика минутного раздражения Александра Блока, большого любителя окрошки и блинов, таким же неожиданным образом приводит нас к бессмертному его стихотворению, что возникло в пору, когда оба поэта уважительно раскланивались друг с другом. Искусство – ноша на плечах, за то, как мы, поэты, ценим жизнь в мимолетных мелочах, как сладостно предаться лени, почувствовать, как в жилах кровь переливается певуче, бросающую в жар любовь, поймать за тучкою летучей и грезить, будто жизнь сама встает во всем шампанском блеске, мурлыкающем нежно трески мигающего синема. А через год в чужой стране усталость, город неизвестный, толпа, и вновь на полотне черты француженки прелестной. Июнь 1909-го. Александр Блок.